Это чемпионство стало по-настоящему долгожданным. Почти 8 лет Саров не был представлен на хоккейной карте области. В 2017-м наши спортсмены вернулись и сразу громко заявили о себе. Триумфальное шествие в регулярном чемпионате, блестящее выступление в плей-офф и, как результат, красивый финал. ХК «Саров Инвест» в 3 матчах обыграл своего соперника Иссеченова. Конечно, ребятам тяжеловато сесть, но все-таки 2 пятерки играют. Наши прочно в зоне играют хорошо, молодцы. Комбинации хорошие. На уровне высшей лиги. Поляков нормальный, Румынин хорошо играет, нормально ребята играют. Комбинации хорошие, получается. Отлично играют, молодцы. Какой счет будет? 20 надо забить сегодня. Я думаю, за 10 будет, ну, где-нибудь 12-13 еще набьют. Так, кубок наш. Я еще бордатый вам сказал. Наш будет, наш. Во 2-м матче финала на выезде в Сеченово наши спортсмены поставили рекорд сезона, забив сопернику за одну игру 23 шайбы. В последней, 3-й встрече уже у себя дома саровчане решили не снижать темп и отправили в ворота гостей 21 шайбу. Сеченовцы смогли ответить лишь 7. Команда Сеченова – это очень достойная команда. Она вышла в финал, то есть это уже показатель. В полуфинале они обыграли Виксу, достаточно сильную команду, поэтому мы настраивались, мы сделали максимум. То, что хотелось, это, конечно, не получилось. Да, мы расстроились, у нас нет основного вратаря, поэтому линия обороны, линия вратарская была слабая. Причина все из-за этого. От этого и настрой нашей команды на эту серию. То есть первую игру где-то мы зацепились, там постарались, но у нас физических сил не хватило. Команда «Саров» более свежее, быстрее, количество их народу больше. Закономерная победа и заслуженный кубок. Поздравления с чемпионством саровчане принимали дома на своем льду. Вручить главный трофей лидеру в наш город приехал исполнительный директор Федерации хоккея Нижегородской области. Практически 8 лет отсутствовала команда Сарова на областном уровне. И вот после 8-летнего перерыва команда «Саров Инвест» заняла 1-е место среди мужских команд 1-й лиги. Сразу дебютант занял 1-е место. Я от всей души поздравляю эту команду, болельщиков, с этой победой. Рады поздравить нашу команду «Саров Инвест» с убедительной победой. И мы рады тому, что хоккей у нас в Сарове продлился практически до конца апреля. Сегодня мы обязаны выразить глубокую признательность компании «Саров Инвест» за то, что существует такая команда, за то, что команда очень здорово себя проявила в этом сезоне. Поздравляю нашу команду с победой. Мы рады, мы горды за вас, за наш саровский хоккей. Обещаем в будущем стремиться работать во благо нашего города и развивать спорт. Победой! Хотелось бы сказать спасибо администрации Ледового дворца и администрации города. Они тоже в нас поверили, дали нам возможность, дали шанс. Естественно, хочу сказать огромное болельщикам спасибо, потому что без их помощи, без их поддержки ничего бы не получилось. Ну и, конечно же, самое главное сказать спасибо огромное Павлу Владимировичу Харитонову, который поверил в нас, собственно, выделил какие-то средства для того, чтобы эта команда существовала, выигрывала и добивалась каких-то результатов. В следующем сезоне хоккейный клуб «Саров Инвест» обещает не сбавлять обороты и продолжать радовать болельщиков своими победами. А значит, впереди нас ждут захватывающие игры и яркие спортивные эмоции. Ирина Вышегородцева, Владимир Есенников, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24».